Туристская отрасль в стране работает в высшей степени эффективно, подчеркнул руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Хорошим показателем развития индустрии является и большое количество туроператоров. Быстрыми темпами растет внутренний туризм, не отстает и въездной. А значит, что в регионах развивается инфраструктура и повышается качество обслуживания. И еще один важный факт. Механизм защиты прав потребителей значительно усилен. Туроператоры выездного туризма, а их в стране 614, создали персональные многомиллионные фонды, чего не было ранее. Большие планы у Ростуризма и на этот год. В стране ожидается масса событийных мероприятий, к слову, большинство из которых пройдет в Сочи. Благодаря крупным массовым мероприятиям курорт дополнительно привлекает до 1,5 миллионов туристов в год, что также способствует развитию въездного туризма. Также на туристском рынке планируют повышать конкуренцию. Для нас является самым главным, самым основным и, собственно, ту задачу, которую мы реализуем, создать условия для очень качественного, недорогого отдыха наших граждан либо внутри нашей страны, либо за рубежом, с тем, чтобы граждане могли высококачественно отдохнуть, чтобы не было никаких, не дай бог, неприятных потрясений. И мы считаем, что с этой точки зрения наша туристская индустрия абсолютно готова, созданы для этого все механизмы. Эти механизмы, более того, усилены, существуют фонды. И, собственно, это позволит нам говорить о том, что высокий туристский сезон 2017 года будет абсолютно успешным, в чем я хочу выразить свою уверенность. Успешным сезон ожидается и непосредственно в Сочи. Сегодня внутренний туризм на курорте стабилен как никогда и имеет бизнес-перспективы. Власти Сочи ведут постоянную работу по увеличению туристического потока, в том числе иностранного. География авиарейсов в Сочи расширилась. Реализована программа чартерных поездов. Выездные презентации олимпийской столицы в городах страны продолжаются. Но есть у специалистов и опасения. Мы обеспокоены ростом цен, которые происходят на других курортах. Мы пришли к такому мнению вместе с руководителями здравницы, что цены нельзя поднимать. Рядом находится Турция, Египет. Они снижают цены, они оплачивают борта. Очень серьезная сейчас проблема связана с тем, чтобы удержать потенциал, чтобы цены не повышались, чтобы качество улучшилось, и мы всем этим сейчас занимаемся. Для защиты общих интересов в развитии санаторно-курортного и туристского комплекса на федеральном уровне буквально на днях по инициативе администрации города Сочи создана Ассоциация курортных городов, задача которой – повышать конкурентоспособность отечественного турпродукта. Ну а цель – убедить соотечественников в том, что отдых в России не хуже, а во многом даже интереснее и качественнее, чем за рубежом. Инга Габиша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.